Всем приветики. Я хотел бы вам показать, что делать, если ваш кабель, такой вот microUSB кабель, не держится в разъеме, если он выпадает. То есть вы вставляете его в разъем, а он легонечко, даже не зацепляясь, высовывается. Это происходит потому, что вот эти вот зазубринки, вот они две, потихонечку вдавливаются туда. Когда он новый, они сильно торчат, а со временем они вдавливаются, и в итоге, я не знаю, здесь видно, не видно, но они туда хорошо так вдавлены. Вот это вот уже поменьше вдавлено, потому что я ее только что поковырял, а та побольше вдавлена. Вот. Как сделать так, чтобы оно снова держалось? То есть, если вы вставляете туда кабель в разъем, а оно не держится, а просто вот сразу выскакивает. Берете иголочку и подковыриваете. То есть вставляете туда, под вот эту штучку, она так поднимается. И вы пытаетесь ее так вот как бы выломать оттуда. Вон она насколько вылазит. Вот, теперь она уже хорошо торчит. То же самое делаете со второй. Засовываете иголочку под вот эту штучку. Не бойтесь, что она как бы... Ну, и главное еще пальцы не проткнуть. Вот. Вот как она уже торчит. Это жестко, конечно, но зато теперь не выпадет. Со второй то же самое. Вставляете. Главное вставить под вот эту штучку, а потом, когда вставили, просто подогнуть так вот иголочкой. Ну, иголочку какую-нибудь, которую не жалко. Она может сломаться, но это ничего страшного. Вот. И просто, она у меня просто соскочила только что, я боюсь. Вот, теперь видно, что вот это сильно торчит, как новая, а той почти не видно, потому что она вдавленная. И вот вам нужно так сделать с двумя, чтобы они так же торчали, две, как вот эта вот первая. То есть вы подгинаете так вот и... Ну, даже в таком состоянии можно проверить. Вставляем. Все, оно держится. Но причем держит там одна, ту, которую я сильно согнул. Вам в результате нужно согнуть две. Просто что перед камерой это неудобно, потому что я смотрю не на кабель, а на экранчик. Соответственно, мне неудобно. Без камеры это можно сделать достаточно просто. Ну вот, как я и говорил, когда смотришь не в экранчик, а туда... Достаточно просто, буквально, я не знаю, секунд 10. Все, оно туда засовывается, просто вставляете иголку, туда поглубже засовывается. Когда оно засунулось, просто начинаете отгибать, жестко отгибать. Ну, так, чтобы не сломать. Вот. И то все равно я не отогнул так, как ту. Ну, вот, в общем-то, и все. Вот они уже две отогнуты. Причем так не слабо. Две хорошо теперь видны. Изначально они не были видны, были утоплены. И вот так вот торчат обе. То, что они сильно торчат, это не страшно. Когда вы ставите в разъем, они обратно спрячутся. Вот. Как это делать? Получается, вы вот в эту дырочку, которая в начале, вставляете иголочку. Вставляете и стараетесь ее туда... Ну, сначала ровненько вставляете, то начинаете наклонять и толкать ее туда внутрь, но аккуратненько, не сильно, чтобы не соскочила, в палец не воткнулась. И когда вставили туда внутрь, когда она уже там внутри, начинаете поднимать, отгибая как бы вот эту штуку. Вот. То есть вот вставляете таким вот образом, потом под начинаете наклонять, чтобы оно вот туда зашло под эту пластиночку, и потом поднимаете. И вот, когда они уже две выгнуты, все. Вы починили. Вставляете туда, оно обратно защелкивается. И все.
Теперь уже без помощи рук не снять. Хотя сразу, ну, у меня оно, я когда вставлял, мог слегка кабель задеть пальцем, и оно выскакивало, потому что оно вообще уже не держалось. А сейчас нужно не просто, то есть так вот задеть уже не получится достать. Теперь даже его можно трясти на проводе, даже уже его тянешь. Нужно достаточно усилия приложить. Ну, то есть, уже надо дернуть. И вот эти штучки, которые сильно торчались, все, они спрятались на ту длину, которую им надо, но спрятались не сильно, они достаточно хорошо торчат, как новые. А вначале, если помните, их практически не видно было, они были утоплены. Вот таким вот образом можно починить кабель, который уже не держится в разъеме, потому что пластиночки утопились. Вот. Ну, а на этом все. Всем покедово.